Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня у нас 21 января 2019 года. Я побывал буквально полчаса тому назад в доме по адресу улица Мироненко, 12, подъезд номер 2. И меня туда привело вот что. В этом подъезде уже история целая появляется с лифтом. Скоро сериал целый будет. В прошлом году зимой я там был и неоднократно был там постоянно. Его попытались грабить, пытались что-то взломать, все. Почему я сегодня побывал? Внутри кабины, я сейчас вам покажу, странным образом кто-то пытался вверху в светильник взломать зачем-то, почему-то. Там куча мусора лежит. И вследствие вот этого взлома задняя стенка лифта уже пошла вниз. Ну, то есть на небольшое расстояние она опустилась. Зачем это сделано, с какой целью, чего хотели достичь, так и остается и загадкой. Лифтовики остановили лифт, они будут ремонтировать его, рихтовать, очищать от мусора. Но сама история именно этого лифта, в этом квартале три дома имеют лифты, и ни в одном из подъездов такого не происходит, а происходит все именно вокруг одного и того же подъезда, вокруг одного и того же лифта. Создается впечатление, что в подъезде кто-то живет именно вот такой экстремал, радикал, который чего-то хочет достичь и что-то передать обществу, наверное, с помощью вот таких странных, каких-то странного поведения, выходок таких. Но это приведет рано или поздно к тому, что лифт остановится надолго. Поэтому хотелось бы в очередной раз попросить, давайте будем внимательны к оборудованию, которым мы пользуемся. Это очень дорогое оборудование, и нам, когда оно не работает, к сожалению, довольно часто приходится потом ходить пешком. Всем хорошего настроения, будем внимательны. Вот тут же ж был алюминий. Сиди, Саш, сюда, вот, видишь, ого. Мусора напхнули. Ну это ж постараться надо. Это же надо. И реально, смотри, это взрослый человек, ребенок же сюда не достанет, и силы не хватит продавить, оно ж, ну... Я смотрю, задняя панель пошла вниз. Пошла вниз, вот это ж ломали. Идиоты. Ну кому-то ж вот это надо было, влезть, вот это ж немыслимо. Ну смотри, мусора там реально, вот это пхнули конкретно, пхнули, что у нас тут есть. Что на данный момент получается, просто света пока мест нету и задняя панель? Да задняя панель, ее надо смотреть, насколько она крепко стоит. Ну тут бахилы, я смотрю, чем повязка, из больницы кто-то пришел, судя по всему. Конфеты, мороженое, орешки, блядь. Это ж обдерут же, идиоты. А правильно ползать, я не знаю, тут сверху что-то смотреть. Я думаю, тут же надо. Да сюда, на эту сторону, эта стена чистая. Там уже оно сольется, его видеть никто не будет. Там, мы же видим, плафон рихтовать, а тут же, чтобы пластиковый когда-то стоял. Я выломали. Думал, может, спалили или выломали. Тут вообще разбили. Вот здесь тоже, смотри. Вот тут был когда-то поручень. Ага. Вот это его вырвали, ДСП скрутили, что ж видишь, уже ж начали он вырывать эти самые винты, скрутили, но панель пошла, чего она пошла, вот это ж видно, что ломали. Это надо будет под машину.